Растет и крепнет дружный хор. Он слышен в целом мире. А в полночь тайный разговор дельцы ведут в эфире. Сбывают темные дельцы смертельный груз во все концы. Идут в Анголу и в Сеул, в Шотландию, в Сайгон, под сотней пломб запасы бомб, смертей 100 000 тонн. Окей, отправленную кладь, снаряды и все прочее сегодня будут выгружать портовые рабочие. Они давно работы ждут, народ они голодный, и за любой возьмутся труд, когда и где угодно. Но гневный слышится ответ рабочих профсоюзов: сегодня рук свободных нет для смертоносных грузов. Хоть грузы грузчику нужны, не будет он из трюмов таскать снаряды для войны по воле толстосумов. Решение приняли одно рабочие союзы: для безопасности на дно отправить ваши грузы. Не загребать вам больше жар рабочими руками. Пускай отчалит Салазар и Франко вместе с вами. Пора с кубинских берегов, из Конго и Кореи вам, господа, под отчий кров убраться поскорее. Не заслонить вам свет дневной тревожной тенью ночи. Весь мир готов к войне с войной, весь честный люд рабочий. Чтоб голос воющих сирен не возвещал тревоги, решила слечь Раймонда Дьен на полотно дороги. Пред ней со скрежетом колес в пути меж полустанков остановился паровоз с тяжелым грузом танков. На свете нет прочнее стен, чем те живые люди, что могут, как Раймонда Дьен, орудия встретить грудью. Могучим и дружным усилием рассеет тревогу земля. Так смерч разлетается пылью от залпа с бортов корабля.